Бжик, бам, гараж 28, посылочки завозим. Сегодня всего одна посылочка. Зато интересно. Давно присматривался к этому товару, все не решался купить. Но сейчас все-таки решил взять. Думаю, пускай будет. Может быть, даже буду мало пользоваться. Но очень интересно проверить. Вот реально, очень интересно попробовать, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Итак, распаковываем. Это 3D-ручка. Такая вот фигня. Здесь есть образцы рисунков. По сути, шаблоны, по которым нужно рисовать. Какие-то бабочки, какие-то гитары, животные разные, птички, цветочки, яблочки, очки. Можно распечатать очки, нарисовать даже какую-то девочку на машине. Машинка, скамейка, велосипед. Хрен знает что, вроде как павлин. Какой такой павлин, смавлин? И Эйфелева башня. Эйфелеву башню, кстати, не эльфы построили. Да ладно? Я не знал, я думал эльфы. Ты такой умный, тебе череп не жмет? О, какая штучка интересная, чипунька. Сюда, наверное, ставится. Это у нас что такое, какие-то разные насадки. Для сопла, что ли? Так, грустно, кстати, блока питания нету, да? Кратенькая инструкция. Вся на английском. Филамент input hole. То есть пруток сюда входит. Входное отверстие для филамента. V-power input hole. То есть отверстие для подачи напряжения. Температурный adjustment hole. Настройка температуры. Power индикатор LED. Светодиод, показывающий напряжение, LCD-мониторчик, температура холос минус, то есть уменьшение, спид-контроллер. Короче, разберемся. Здесь нужно выставлять режимы, ABS пластик, PLA пластик и что-то 210. Что такое 210, не слышал. Power-адаптер. Здесь нет power-адаптера. Грустно, но так как он у нас, я так понял, 5-вольтный, 5 вольт 2 ампера, адаптер я найду. Ну что ж, будем тестировать, раз всего один товар. Так, давайте расскажу, как обычно принято у меня в распаковке, по тому, что имеем. Итак, 3D-ручка. Я ее заказал с пакетом на 50 метров. Здесь 10 цветов по 5 метров. 10 разных бухт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Отлично. Срок поставки почти месяц, с 19 октября по 15 ноября. Стоимость всего вот этого комплекта без блока питания, но 10 цветов по 5 метров каждый. Стоимость всего этого лота 1234. За 1000 ровно можно взять 3 цвета, 3 метра. Быстрее всего по метру будет каждый цвет, а может быть по 3 метра каждый цвет. Там надо читать комментарии. Также за 1500 можно взять уже 100 метров ПЛА филамента, там будет 20 цветов. За 1760 уже будет 150 метров и 30 цветов, то есть это по 5 метров каждый цвет. И за 2000 можно взять 20 цветов, но 200 метров, то есть 10 метров будет каждый цвет. Что ж, пришло время проверять. Я полагаю, самый ненужный пластик мне будет. Это что-то типа коричневого, наверное. Потому что черный и белый, ну, самые ходовые. Бежевый, фиг с ним. Ну, давайте зеленый запустим. Походу, все бухточки у нас с обвязочным проводком. Все дела. Я люблю эти вязки, кстати. Жалко, никакого барабана для них не предусмотрено. Ну, это, наверное, надо думать об этом, когда ты уже что-то на поток поставишь. Филамент. Сюда, быстрее все, пока он не зацепится. Здесь у меня как раз сейчас отключу телефон. Есть такая вот приблуда, которая сейчас отключится. В общем, я смогу увидеть ток, который потребляет 3D-ручка. Так, ПЛА, у нас ПЛА, АБС, ПЛА, АБС, ПЛА. Что там за 210 цифра была, я не знаю. АБС, ПЛА. Больше ничего не регулирует. Так, сейчас он потихонечку затягивает филамент. Очень-очень медленно. Почему-то потом возвращает. Наверное, чтобы не застаивался. Так, тут скорость у нас регулируется. Так, все, филамент полез. Все, пошел зеленый. Пока остановим. Так, ну что нарисовать-то? Так, тут что-то непонятно, наверное, чтобы
Может быть, это на пальчники какие-то? В инструкции про это ничего нету. Ну, меня, допустим, не интересуют поделки вот такие. Меня интересует, допустим, нарисовать какую-то панель, типа заглушку. Само собой, надо на какой-то вот такой бумаге рисовать. Так, допустим, ну вот, мы возьмем вот такую панель. Попробуем ее нарисовать. Touch my skin, am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I own. Итак, вот получилась такая фигня, почему-то прилипла все-таки бумага, хоть она и глянцевая. Возможно, я что-то сделал не так, возможно, надо было чем-то, может быть, намочить. Так, ну вот, грубо говоря, такая панель. Она еще слишком мягкая, то есть горячая. Сейчас попробуем ее обработать. Ну, а потом сделаем вот такую еще панельку. Вот из-за того, что поторопился и начал отрывать неостывшую, скорее всего, и бумага прилипла, и она кривоватая получилась. А так, ПЛА-пластик, ну, как и любой пластик, очень легко обрабатывается. Вполне неплохо режется канцелярским ножом. В стыке, в швы, когда попадаешь, конечно, структура, видно, нарушена. Опять же, это первый блин комом. Сторона, которая прижата к поверхности, получается, ну, практически идеально ровной. Все зависит от того, какой будет опыт. Несмотря на то, что накладывал слой к слою, она не ломается. То есть, очень хорошо держится. Допустим, мне нужна была панелька закрыть короб с торца, да? Вот, пожалуйста, можно сделать 25 на 25. Мне нужны были такие заглушки, когда я делал несколько заказов, 8, точнее сказать, заказов, 8 светомузык. И с торца мне нечем было закрыть именно вот эти короба, на которых были светомузыки. Да, сейчас покажу, о чем разговор. Вот, на своей собственной светомузыке, да, вот сюда нужна, блин, заглушка, да. Тут у нас ардуинка торчит, там мне кусок поролона засунул, чтобы туда никакой хлам не попадал. И вот здесь нужна нормальная заглушка, то есть ее можно нарисовать на какой-то бумажке, проверить размер, подогнать, вырезать, потом ее просто продублировать вот на такую, типа фотобумаги, и сделать из АБС пластика, потом только чуть-чуть шкуркой, ножиком подогнать. То же самое со второй стороны. У меня заказы на светомузыки были, само собой, без лазеров. Вот здесь у нас лазер светит. Где камера? Тут, допустим, нужен был проем только под микро-USB разъем. И вот такая вот фигня. То есть глянцевая сторона получается, а вторая сторона вообще не важно как. Само собой, здесь будут видны все швы, потому что это открытая сторона при создании панели. Ее, конечно, тоже можно и зашкурить, и наждаком пройтись, выровнять. Вот тут недолив получился брак. И даже здесь она не лопается. О, лопнула. Ну что, неплохой пластик, мне нравится. Надо привыкать, надо привыкать. Здесь вот нажимаешь. Так, вот она на разогрев опять пошла, видно. Это у нас регулирует скорость. Эта кнопка у нас возвращает филамент обратно. В общем, надо привыкать, серьезно. Такое ощущение, что когда я ее поставил в подставку, она типа отключилась. Опять же, я неправильно рисовал. То есть я всегда держу очень острый угол. А по-хорошему, там нарисовано в инструкции 65 градусов. Это где-то вот так надо держать. 190, 200... Так, ну что, как и говорил, еще одну панельку нарисуем. Вроде сказать печать, ведь это 3D-печать. Язык не поворачивается, потому что это не 3D-принтер, а 3D-ручка. Так, вот, зеленый загорелся, значит, типа она в рабочем положении. Достигла температуры. Попробуем увеличить температуру. 235, больше не идет. Так, что у нас еще в инструкции написано? А, 210 это не какой-то материал, так, наверное, температура. Рекомендации у нас есть по температурам? Нет. А, ну вот 230 максимальная температура. Высокотемпературная опасная зона. Максимальная температура 230 градусов. Ну что, попробуем еще одну панельку сделать, да? Как и говорил. Итак, пока что обрабатывать не буду. Хочу уже в боевых условиях проверить данную ручку.
Вроде с управлением разобрался, включается, подает филамент. Нажимаешь еще раз вот эту кнопку, она встает в режим ожидания, чуть-чуть отводя филамент назад. Потом повторно нажимаешь, она начинает потихоньку подавать, и дальше уже все за регулировкой скорости. Итак, есть вот такая коробушка. Она у нас от радиоуправляемого контроллера. Контроллер управления цветом. Трехканальный, наверное, был. Нет, двухканальный. А может, трехканальный. В общем, я хочу попробовать заделать вот это отверстие, ну и вот эти отверстия. Сюда быстрее всего надо будет что-то наклеить. Ну, еще что-нибудь напишу, конечно, попробую, побалуюсь. Я ж купил-то для чего? Для того, чтобы баловаться. Посмотрим, как обработается, допустим, вот это все. И увидим. В общем, увидим. Итак, вы спросите, зачем я залил гайку, потом покажу. В общем, что у нас получается? Дырки заливать можно. Не дырки, а технологические отверстия, да? К другому типу пластика вообще не цепляется, по сути. Вот здесь сделал заглушку вот такую. И просто задел, она сразу выпала. Само собой, эти тоже выпадут. Но, допустим, сделать подсветку на базе вот такой вставочки для лампочки вполне реально. Просто затянуть изолентой или скотчем. Скотч, наверное, расплавится. Изолента спокойно держит температуру 200 градусов расплавленного филамента. Вот эту так даже достать не могу. Хорошо село. Надо набивать руку. Надо учиться пользоваться этой фигней. Я думаю, что нет-нет, да буду пользоваться. Что, 1500 такое удовольствие стоит. Побаловаться, ну, по-любому можно взять. Опять же, какие-то фигурки поделать, еще что-то. На этом обзор можно завершать. Я вроде более-менее разобрался со всем. Так, вот здесь нажимаем обратно, и он возвращает филамент. Окончание работы, и все. Все, филамент можно убрать обратно. Ну, наверное, добрых метр два-то сегодня измотал, да? Отключаем, убираем. В доп. Материалах, если получится, покажу, что получилось. Если не получится, не покажу. Так, надо обработать будет еще вот эту панельку. Но, в общем, суть и принцип работы понятен. Пруток из ПЛА пластика плавится, потихонечку подается в сопло, и им можно действительно рисовать что-то. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, мы есть в Яндекс.Дзене и в ТикТоке. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока. Ссылочку на 3D-ручку оставлю в описании. Так, доп. Материалы. Так, ну, в общем, вот такая панелька получилась, вполне неплохо. Как я сказал, внутренняя сторона, допустим, не волнует, ее можно не обрабатывать. Она будет вот такая вот текстурная, зато вот эта сторона аж блестит, глянцевая. Все легко обрабатывается и канцелярским ножиком, и наждачкой. Само собой, надфиль, напильник, все пойдет в ход. На наждаке очень легко стачивается. А насчет гайки, я пытался изобразить барашек. То есть гайка с корпусом. Допустим, на штативе сломалась гайка прижимная, где не особо сильное усилие надо. Вот, пожалуйста, вполне можно затянуть. Само собой, где сильные механические нагрузки, там такие барашки не помогут. Он просто провернется, в нем просто провернется гайка от чрезмерного усилия, и он сломается. А что-то мелкое, типа пластмассы, подтягивает, как ножки на штативах, допустим, или наклонение плоскости, на которую ставится фотоаппарат или камера, вполне сгодится. Или даже сломанный барашек сделать, да, у которого провернуто все уже. Убрать лишнюю пластмассу, вставить туда опять гайку или болт, все это филаментом облить, подождать, пока застынет, и, в принципе, пользоваться. Ну что, я, в принципе, доволен приобретением. Мне он обошелся в 1234 рубля. Как я и сказал, за 1500 можно взять не 50 метров, а 100 метров филамента и просто, наверное, обмазаться им. Вот я так образно шучу. Все, дальше можете не смотреть. Больше ничего интересного уже не будет. Все, все проверено, все сделано.
Так для чего эти напальчники-то, что они даже на палец не лезут? Держать заготовку или подравнивать что-то? Напишите в комментах, кто пользовался такой 3D-ручкой, куда вот эти, мягко говоря, гандончики одевать. Понятно, что на пальце для чего? То ли чтобы заготовка не скользила, то ли что-то еще, то ли немножко прижимать сразу филамент, чтобы он вот такими буграми, как у меня, не шел, а утрамбовывался. Да блин, почему сразу все не убирается? Почему постоянно что-то остается? Что еще? Что еще я забыл? Вроде все. А, инструкция, блин. Жесть какая-то. Неплохо. И даже барашек, считаю, для первого варианта, для первого раза, довольно неплохо. Туговато, конечно, потому что здесь на резьбу налил, и теперь резьба еще и в пластмассе прорезалась. Хотя... Крошится. Немножко не там, где надо. Все равно туго идет, зацепляет где-то пластмассу. Пока. Давай, до свидания.